Очень важным условием существования русскоязычной журналистики в странах Балтии является отношение к обществу, к этой самой журналистике. На сегодняшний день существует такое понятие, что русскоязычная журналистика в нашем обществе – это нишевое явление. Русскоязычная журналистика, русские журналисты в странах Балтии говорят и общаются только с русскоязычной публикой. Это не так. Русскоязычная журналистика существует в обществе для всех. Она адресует свой месседж, свое послание всем членам этого общества, вне зависимости, на каком языке тот или иной человек говорит. Она поднимает проблемы и обсуждает темы, которые важны в равной степени для всех и каждого. Мне бы очень хотелось, чтобы понятие нишевой журналистики не относилось к русскоязычной журналистике в странах Балтии. Второй очень важный аспект, чтобы журналистам дали работать, чтобы политики не вмешивались, чтобы политики понимали всю важность того, чтобы русскоязычная журналистика в странах Балтии существовала как авалькайгуслик по-эстонски или общественно-правовое телерадиовещание и общественно-правовые СМИ. Почему это важно? Это важно для того, чтобы само общество, люди, сами журналисты понимали свою роль и значимость в демократических процессах. Третий аспект, важный для существования русскоязычной журналистики в странах Балтии, это последовательность и системность. Необходимо, чтобы финансирование общественно-правовых СМИ, в том числе журналистики на русском языке, было последовательно, не было бы на проектной основе, а было бы на постоянной основе. На сегодняшний момент мы видим, что все те проекты, которые осуществляются, они не жизненно способны, потому что они имеют начальную дату и конечную дату. На мой взгляд, системность также означает, что журналисты, работающие на русском языке, могут разнопланово развиваться. Они имеют возможность реализовать себя как на телевидении, радио, так и в онлайне или в печатном формате.